Привет! Нужен ли английский самостоятельному путешественнику? Категорически да! Я Петросян Жанна, безумно любящий путешествовать преподаватель английского языка. Вот и решила объединить два увлечения в одно, и получился интенсивный коммуникативный курс для путешественников Lingua Traveling. Для кого этот курс? Для искателей приключений, фанатов путешествий, жаждущих узнать много нового и при этом общаться на английском языке. В чем же уникальность курса? Вы сможете колоссально расширить словарный запас, изучать язык по интереснейшим и аутентичным источникам, в том числе разделы Traveling, одного из самых популярных новостных изданий Daily Mail, вирусное видео из YouTube и презентация уникальных идей площадки TED.com. Знать о необычных уголках планеты и познакомиться с известными путешественниками и фотографами. Узнать о полезных сайтах и лайфхаках для самостоятельных путешественников. Вы будете практиковать говорение, аудирование, письмо, чтение, то есть все виды речевой деятельности, общаться в закрытых группах в социальных сетях, иметь поддержку преподавателя на всех этапах прохождения курса, заниматься в удобное для вас время. Что же произойдет, если вы не пройдете с нами этот курс? Ничего. Да, именно ничего не произойдет. Вы не воспользуетесь возможностью пообщаться с единомышленниками, не улучшите и не попрактикуете свой английский, не узнаете кучу интересных фишек из мира путешествий и еще много всяких не. Зато просто хорошо проведете время без пользы для себя. Что нужно для прохождения курса? Уровень владения английским не ниже pre-intermediate. Регистрация в наших группах Lingua Traveling в Facebook и ВКонтакте. Доступ в интернет с любого устройства. И страстное желание путешествовать и общаться на английском языке. Желаю вам успехов в изучении английского языка и жду вас на своем лингвопутешествии.